Всем привет, друзья, с вами Эмиль. И сегодня я вам покажу, как найти все скины в симуляторе подводных животных. Что ж, погнали! Первый скин, который я вам покажу, это который сейчас стоит на мне. Он находится где-то здесь. Вот где-то вот здесь находится и плавает. Надо только его найти. Так. Вот где-то, вот где-то. Вот где-то, не знаю. Короче, скорее всего, вот этот тот скин, который сейчас на мне, он находится там, потому что там я его не нашел. Вот здесь вот должен быть где-то наш скинчик. Где-то среди вот этих вот штучек. Непонятно. Ладно, встретимся, когда его на... Короче, я нашел тот самый скин. Если что, он находится недалеко от того места, там, где мы в прошлый раз искали. Вот это вот яичко. Что ж, мы переходим к следующему скину. Далее у нас будет вот такой вот дельфин, и на самом деле его найти довольно просто. Если вы, конечно, смотрели мой гайд. Этот скин находится у вот этой вот черепахи. Вот он. Вот он, наш скинчик. Что ж, мы переходим к следующему. А следующий у нас скинчик, это вот такой вот прикольненький. Мне он довольно нравится. И он спрятан довольно неожиданно вместе. А именно на суше. Да, на суше. Но не на спауне, а в другом. Ну вот на этой черепахе. Этот скин находится на одной из спальни. Давайте я вам покажу. Чтобы его получить, вы должны, получается, пройти, так скажем, паркурчик. И вот он, наш скин. Что ж, мы идем снова дальше. А дальше у нас Пеннивайз. Тысяча какого-то года. На самом деле этот скин не так уж и просто получить. Он находится вместе там, где находится наш босс. А именно, черепаха лавовая. Нам нужно незаметно через нее подкрасться. Ее здесь кто-то пытается прибить гвоздями к полу. Хотя здесь у нас здесь не пол, а дно. Ладно. Получается, вот здесь вот находится наш скинчик. Мы идем дальше. И последний скин, это вот этот вот единорог. Знаете, почему я поставил на последнее место? Потому что я не помню, где он находится. И мне придется его заново находить. Хоть я его находил самым первым. Короче, я здесь уже где-то минут 5 шляюсь. Все еще не могу найти этот скин единорога. Но я вас не оставлю. Нет, я вас не оставлю без гайда с этим скином. Короче, ребят, я нашел место там, где находится. Это как раз то самое место там, где мы находили первый скин во второй попытке. И это яйцо находится вот здесь. Вот. Не знаю, как я нашел это яйцо первым у себя. Но я его нашел у себя первым. Ладно. Это был гайд по всем скинам. Вот. Обновлении вот этой вот игры. Что ж, всем спасибо за просмотр и всем
Пока.